Всем привет, дорогие друзья и случайные зрители. С вами я, Мистер Найс, и сегодня я хочу показать вам, как попасть под воду. Не в плане утонуть, а в том плане, чтобы ходить под водой. Я, например, сундук. Вот. Как туда вообще попасть? И какие можно эксперименты творить? Так, меньше слов и ближе к делу, так сказать. Находится это вот здесь. Луга Вишутхи, если я, конечно, правильно прочитал. Ориентируйтесь на вот этот фрагмент детских снов. Потому что вам нужно телепортироваться именно вот сюда. После того, как вы телепортировались, прыгайте вниз. Будьте, кстати, осторожны, там зона увядания. И после зоны увядания остаются вот эти вот три урода. Не волнуйтесь, еще раз, я покажу еще несколько раз в этом видео, как вот так попадать под воду. Все, что нужно сделать, да, это теперь залезть вот сюда и попытаться как-то вот так, как я сейчас показываю. Спускаемся вниз, к механизму, и все. Мы под водой. Знаю, верится очень слабо, но я просто хотел... Я просто хотел убедиться, что они не могут ничего сделать. Да, мы под водой, ребята. Это вот механизм. Я его активировать, конечно же, не собираюсь, потому что, ну, мало ли, игру еще поломаем-то. Мы под водой. Как и вот этот вот металлический наш неприятель. И как можно убедиться, что я вас не обманываю? Никакого монтажа, никакого кликбейта. Сейчас я забираюсь сюда. Так, я могу трос достать? Да, могу. И... Вот так, как видите, мы действительно были под водой. Ну, а теперь давайте же эксперименты начнем творить. Да, я еще раз решил показать во второй раз. Как попадать под воду. Ну, вот так. Ну что? Давайте теперь какие-то эксперименты творить, раз уж пошло такое дело. Я уверен, что этот баг не исправят, потому что, ну, разработчика как-то, наверное, ну, лень будет такое исправлять. И да, он меня не заметил, но я уверен, сейчас меня заметит, потому что я вот так. А, не, повезло. Итак, да, мы можем, кстати, подбирать предметы здесь, если кому интересно. И, да, боже мой, как же тут достали. Я очень извиняюсь, я сейчас разберусь, чтобы не мешали, блин. Спокойной ночи. Ну, теперь давайте, собственно, и будем тут все экспериментировать. Да. В прошлый раз я смог подняться наверх благодаря тросу. Но теперь следующее. Смогу ли я подняться теперь наверх и оказаться в воде, если я подниматься буду вот по этому дереву? Давайте проверим. Да, игра незамедлительно меня телепортировала сюда. Надо же. Кто бы мог ожидать. Ну что ж, давайте приступим к следующему эксперименту. Насколько лучники эффективны под водой, так сказать. И да... Нам нужна, собственно, лучница. Ну, в моем случае лучница, потому что у меня только... Это вот... Лучница, так скажем. Ладно, забудем. Выбираем, к примеру, Эмбер и... Да.
бессмысленно. Лучники, к сожалению, под водой бесполезны. Что очень странно, потому что там можно... Потому что под водой можно защищаться. Но не с луком. Интересно, приманка Эмбер вот это вот работает? Надо проверить. Да, приманка не то чтобы не работает, она просто не появляется. Даже когда Эмбер собирается ее подкидывать, ее просто в руках нет. Ну и теперь, да, последнее. Что будет, если еще дальше бежать? И еще глубже. Во-первых, да, тут есть такой момент. Да, не спаунится даже. Есть такой момент, то, что сейчас прибегает туда, камера обогонет. Вот как сейчас. То есть, можно так сказать, вид от первого лица может забабахать. Во-вторых, да. Убеждаемся, что теперь вообще тут все очень плохо. Ну, просто плохо, потому что, ну. Ни одна из лучниц, по сути, не сможет теперь себя защищать. Ну, Эмбер, по крайней мере, точно не сможет здесь никак себя спасать. Тут, да, есть такая вот стена. Я не знаю, что это за стена, но уверен, за ней что-то хорошее должно быть, раз уж она мыльная. Ну, а теперь давайте, собственно, я вам покажу, как это выглядит, если играть с другим игроком. Мы под водой. И непонятно, надо ли было так. Что надо изначально было? А так было задумано изначально или как? Чтобы сюда попасть? Да, вот так. А ты видишь, вон там дырка вот наверху, вот где дерево. Ваня, не иди туда. Видишь, там дырка? Вот там поднимись наверх, по этому дереву зеленому. Вот поднимись, ты тогда узнаешь. Я не волнуюсь, я уже проверял, если что, ничего плохого не произойдет. Опаньки, блядь. А что случилось, ты умер? Да. А почему? Стой, а почему ты умер? Мне выносливость, кажется, убила. Не используй выносливость. Иди туда, иди, поднимайся. На самом деле, так и было задумано, здесь даже сундук находится, как секрет какой-то. Ну а ты поднимись наверх, ты поймешь, что я имею в виду. Выносливость только подели. Я хочу, чтобы этот тоже утопился вместе со мной. Не утопится. Опа. Опа. Явился. А вот и я. Я тут внизу. А у меня этот включился, прикинь. Это как будто первое лицо, когда я в воде был. Да. Вообще тут, я как понимаю, было задумано, знаешь как, взять эльдиру специально, да? Когда тут рядом был. Пипец, я аж испугался, блядь. Я, кстати, сейчас только об одной вещи задумался. Вот если там вода, а почему здесь ее нет? Ну, просто даже потому, что тут вот это вот... Штука должна закрывать ее. Или так все-таки разрабами было задумано. Мне кажется, кто-то из них просто лоханулся. Ну, блин, потому что как бы там вода на самом деле достаточно высокая. Ну, она даже сюда, вот если вот она вот считать, вот здесь вода, вот в этом месте. А почему она там не это? А кстати, у тебя же венти, да? А достань его, постреляй просто из лука. Не, просто постреляй. Что, видишь там какие-то эффекты? Нет. Я понял, вот сюда забери, вот сюда забери. Внятных эффектов не нет, видно. Не залезай! Так, вот на гриб, на гриб, я имею в виду, вот, да. Ё-моё! Я хочу сейчас сам залезть, посмотреть, как это выглядит со стороны, когда игрок в воде. Когда игрок в воде, там, я хочу посмотреть, как это выглядит. Да, блин, отстаньте. Блин, ну невнятно. Ну понятно, что это мапперы тут лоханулись просто. Я же говорю, да. Ну-ка, погоди, где ты там? Опа. А кто-то под водой дерутся. Да под водой дерутся. Кошмар какой. Блин, а выглядит красиво на самом деле. Угу.
А мы здесь должны были сюда попасть, видимо. Я знаю, что сюда нужно попасть, но, как ты видишь, на данный момент никак. Ну и теперь самое такое. Вот ты не боишься под карту падать, если что? Ну, как я помню, один раз под карту. Ну, я не знаю, упадешь ты под карту или нет. Я просто вот иди вот ко мне вот сейчас вернись. Господи, ты там еще дерешься, что ли? Тебе помочь? Let's dance. Я тебе помогу, если что. Месть. Как ты помогу, это я так. Куда ушел? А, вот ты тут. Я понимаю. Вот идет только аккуратно. Потому что вот тут сейчас будет момент с камерой. Ну ты сейчас поймешь, про что я имею в виду. Ну она и так у меня тут это и. Во-во-во. И короче, вот смотри. Идем туда, и знаешь что? Я и вот. Мыло там, видишь мыло? Да, вижу. Я не знаю, туда вообще безопасно идти, я не шел туда. Была не была. Скажи, что тогда, сколько все плохо. Я за тобой. Ну ничего. А, это просто стена. Че, она мыльная? А я не знаю, здесь, кажется, это разра. Я помню, короче, здесь вот до разлома такая же была похожая херовина. Да. И на этом месте появился в итоге проход в на локацию разлома. Там просто была такая квадратная комната. Я, по-моему, не помню, скрин ли оставил или нет. Возможно, оставил где-то. А по-моему, здесь стрелять из лука можно до сих пор. Его так можно видеть из воды. А вот здесь, кстати, это первое лицо. Да, это же. Да, здесь камера. Ой, нифига себе. Погоди, теперь мне осталось только отправиться вниз, тебя заскринить сверху как-то там. Угу. Блин, это обалденный баг я нашел, на да? Ты знаешь, как я его вообще нашел? Как? Я сундуки здесь искал, вот там, где вот мы пробирались, вот тут зона увядания была. Угу. На карте интеллектуально было показано, что сундук вот там находится. Я так пытался залезть упорно, что случайно через эту пролез. Я думал, что так и задумано, пока я вот не заметил то, что там вот. Меня резко наверх отправил. Сейчас, я внизу. Да уж, игра удивляет. А ты скример словил, потому что выносливость кончилась, и тебя вовремя отпрахнул. Опа. Нет, я вообще удивился самому факту. Мать твою зануду. Вентит, летаешь. Я всегда летал. Нет, ты прям знаешь... Так у него даже в комиксе официальном он, блин, это в форме был официально аккаунтовый. Не знаю, был ли это здесь касценах, уже я забыл. Кстати, если тут трос же есть где-то рядом, я могу за трос зацепиться. Ну тут вон тросы я вижу. Ну просто да, я вот хотел бы тут сейчас где. Слишком высоко. Слишком высоко. Мыльная. В общем, вот так, вот такие вот дела. Короче, это концепт фонтейна, я понял. Ранний доступ. Тест фонтейна, блин.